Сегодня, 28 сентября 2017 года, в соответствии с планом основных мероприятий городского округа Жуковский по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год и постановление администрации городского округа Жуковский от 23 августа 1900-2017 года номер 1337 на базе филиал ООО «Франер и Русь» в городском округе Жуковский проводится командно-штабное учение на тему действий органов управления силы средств городского звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера ее последствий на химически опасном объекте. Филиал ООО «Франер и Русь», город Жуковский. По замыслу, в результате технологической аварии на открытой площадке компрессорного цеха филиала ООО «Франер и Русь» произошла разгерметизация оборудования и разлив аммиака до 1000 кг. В зоне аварии есть пострадавшие. Для ликвидации аварии привлечены нештатные аварийно-спасательные формирования предприятия, газоспасательная, медицинская, противопожарная, радиационная и химическая разведка, а также экстренные службы помощи города. Планом проведения командно-штабного учения с органами управления, служб гражданской обороны и объектового звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций филиала ООО «Франер и Русь» предусмотрена отработка учебных вопросов. Первое. Действие ЕДДС городского округа Жуковский и ДДС предприятий при возникновении чрезвычайной ситуации. Оповещение сбора руководящего и начальствующего состава предприятия по сигналу сбор. Третье. Принятие решения председателем КЧС городского округа Жуковский и предприятия по защите населения города и персонала предприятия. Ликвидация, локализация и ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. И четвертый вопрос. Работа органов управления служб гражданской обороны города по отработке функциональных обязанностей по возникновению чрезвычайной ситуации. Надо,
Жить будет? Конечно. Все службы приехали вовремя, действовали согласно нормативам, согласно инструкции. Все работы, которые необходимо было выполнить, выполнены с высоким качеством. Могут люди быть спокойны, которые живут в городе Жуковском, вблизи от нашего предприятия ООО «Франер и Русь», которое находится на территории города Жуковской, что они будут, если вдруг произойдет, не дай бог, какая-то чрезвычайная ситуация и будет выброс аммиака, то все службы города и все службы организации предприятия работают на отлично, перекрывая все нормативы, и могут быть спокойны, их это не коснется. Они обезопасены, работы все, которые необходимо провести, проведены с высоким качеством. У меня все, спасибо.